Сейчас мы находимся в Сайгоне, в одном из торговых центров. Тут целый ресторан, как бы такие маленькие ресторанчики. Это просто гастрономический рай, это передать словами невозможно. Что хочешь? Вот, например, у них есть такое блюдо, ну какое блюдо, такой способ покушать. Вы платите 165 тысяч гривен, это около 8 долларов. Можете тут хоть целый день сидеть и кушать, выбирая вот эти маленькие тарелочки себе, что вам понравится. Здесь ставится кастрюля с кипятком и со специями. И вы сами себе выбираете, что хотите, и готовите. Это просто посмотрите вот туда. И самое интересное то, что тут продукты все натуральные. Мы сейчас себе заказали там в вьетнамском ресторане их национальное блюдо, которое стоит всего 2,5 доллара. Вот такая тарелка, сейчас посмотрим. Мы пока гуляем, пока нам готовят. Просто гастрономический рай. Вьетнамской кухни хрустящая лапша с морепродуктами, да, тут в ассортименте очень много разных морепродуктов. Вот это стоит 2,5 доллара. Я думаю, что я его осилю с трудом и наемся очень хорошо. И самое главное, все натурально. Последний кусочек. Я просто объелся с одного блюда. Настолько сытное, настолько натуральное, просто вкуснятина. Сейчас это все будет выпиваться. Это свежевыжатый сок из тростника с лимоном. Очень классная штука, тоже натуральная. Просто супер.